Thank you.
так скорей за дело. Пускай пора, а там и предложение делай смело, и тело по рукам. Но нет, увы, она сама, и мне принадлежать не может. Все, что меня кормит и гложет, душа моя, ты видишь, я живу, страдаю, но в страшный миг, когда узнаю, что мне не суждено, я владею, когда останется одно.
Thank you.
посмеете вы, но граф был не трус. И когда через день красавица снова явилась, улыбки с гроша в кармане, пошить на день, она уже знала три карты. Их смело поставив одну за другой, вернула свое. Но какою ценой? О, карты, о, карты, о, карты! Прослушайте карты, она достала, в другой раз их юный красавец узнал. Но в эту же ночь лишь осталась одна, и призрак явился и грустно сказал: «Получив смертельный удар ты, третьего копыл костра столько придет, чтобы силою звать, а тебя три карты, три карты, три карты». Thank you.
Yeah.
Sorry.
Yeah, no.
на вас видеть. Три карты знать, и я богат. И вместе с ней могу бежать прочь от людей. Проклятие, эта мысль меня с ума сведет. Yeah.
Oh!
моя. Куэлин, la comtesse d'Estrade, la duchesse du Brancas, qu'à qui viendra l'hydrage, l'hydrage.
Для кого вам беречь вашу тайну? Ребятица, хотите ли назначить мне три карты?
и кадила, и толпа, и рыдания, гадания. Вот катафалк, вот гроб, и в гробе тон старуха, без движения, без дыхания. Какой-то силой увлеком, хожу я по ступеням черным, страшно, но силы нет назад вернуться. На мертвое лицо смотрю, и вдруг, насмешливо прищурившись, оно мигнуло мне. Прочь, страшное видение, прочь!
Thank you.
Thank you.
девицы, как могли летать как птицы и садись на сучка. Я желал бы быть сучочком, чтобы тысячам девочкам на моих сидеть ветвях. Но Сколько? 40 тысяч. 40 тысяч.
добро и зло одни мечты. Труд, честность, сказки для бабья, кто прав, кто счастлив здесь, друзья. Сегодня ты, завтра я, здрасте же ворьбу, повите ли удачи. Возьми ее! Возьми ее!